Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудель. Долгожданное похолодание, вот оно. После раскаленных почти под плюс 40, плюс 30 – это действительно похолодание. Итак, на нашем севере этой ночью плюс 17-19, днем воздух прогреется до плюс 27. Облачность будет переменная и ждем кратковременные дожди, возможно, гроза. В центральных районах и на юге ночью плюс 18-20, днем столбики термометров поднимутся до плюс 30. У нас здесь тоже переменная облачность и тоже кратковременный грозовой дождь. Послезавтра у нас еще немного похолодает, но и грозовые дожди остаются в расписании. О погоде все, удачи вам, увидимся.